Значит, снимаем мы, как вы можете убедиться, в сантехническом магазине. Я, кстати, здесь тоже уже приобрел для себя кое-что. Вот, очень полезно сниматься в таких местах, потому что можно выбрать кран, душ, еще что-нибудь, можно бойлер какой-нибудь выбрать. Приготовились! Начнем! Вы бы вот эти 10 минут, пока на часы пялитесь, смогли бы что-нибудь полезное сделать. Все! Рабочий день закончен. Всем приятного вечера. Разные здесь происходят события. Вот для меня самым смешным эпизодом было бы появление пожарного инспектора. Они хотели меня разыграть, мои друзья, и пригласили с улицы якобы человека, который представился пожарным инспектором. Пожарная инспекция. Кто ответственен за пожарную безопасность? Ну, я. А что? Сегодня в отместку пришел настоящий пожарный инспектор. И Сева подумал, что это опять мы что-то ему подсунули. А я смотрю, с фантазией-то у нас как-то не очень, да? То алкаша привели, то вот этого инспектора. Честь имею! Приходил также бывший зэк, который был бывшим боссом нашего друга Калача. Вот. Он, оказывается, сидел за финансовой махинацией. И он в результате всяческих жизненных перетрубаций становится, собственно говоря, никем. И несколько дней сидит в тюрьме. И после этого возомнил себя абсолютно человеком с кичи, как это принято говорить. Вот. Немножко перевоплотился. Ну и поступает в мое распоряжение в качестве нового работника моего магазина. Давайте так, возьмем на испытательный срок, там посмотрим. Ну, испытательный, это же не исправительный молоток, братан. Для друзей сделать все, что угодно, вы знаете. Об этом-то кино, что для друзей готов на все. Ну и друзья сволочи попадаются, которые постоянно тебя разыгрывают, терроризируют и не дают тебе нормально жить. Ну, все это, конечно, заканчивается хорошо. Все довольно счастливы, все смеются. Смотрите сериал «Светофор» на СТС. «Светофор». Переходи на яркую сторону с понедельника по четверг в 21:00 на СТС.